У нас время сейчас одиноких людей, да, значит, есть уже много книжек, научных работ там и так далее, которые объясняют, что это нормально, если у вас есть желание быть в одиночестве, если у вас есть какое-то напряжение, связанное с необходимостью контактировать с другими людьми там, и так далее. Но вот, ну, на самом деле это реакция такой патологической адаптации нашей психики к гиперинформационной среде. Да? И с одной стороны, это как бы комфортно, потому что действительно после того, как я утрачиваю навык социального взаимодействия, мне потом встречаться с людьми, поддерживать, они кажутся неинтересными, скучными, там, с какими-то странными интересами. Есть ощущение, что они говорят только про себя, что вообще сейчас повальная проблема.